Кузнечин с Ланой Лановой. Ну что, сегодня у нас среда и рубрика «Худеем вместе». Делаю я видео совместно с Мариной с канала «Марина Стар 81». Она также приготовит очень вкусный легкий салат. Ссылку на видео я оставлю в инфобоксе. Переходите и смотрите. А сегодня для вас я приготовила очень легкий салат с курицей. Готовится он очень легко и просто и требует всего лишь немного времени. И если вам интересен мой рецепт, оставайтесь со мной, а я начинаю готовить. Итак, приготовление я начинаю с приготовления соуса. Я беру лимон, разрезаю напополам и выдавливаю примерно 1 столовую ложку лимонного сока. Далее я добавляю 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Добавлю неполную чайную ложку дижонской горчицы, все тщательно перемешаю, и соус, то есть заправка, у нас будет готова. Она получается очень ароматная и очень вкусная. Беру куриное филе, обязательно предварительно его мою, обязательно промакиваю бумажным полотенцем и посыпаю смесью перцев. Можно взять обычный черный молотый перец. Далее выдавливаю 2 зубчика чеснока через пресс и немного слегка посыпаю солью. Соли я использую всегда очень-очень мало. Натираю куриное филе и оставляю мариноваться на 20 минут. Как 20 минут пройдет, я беру сковородку, наливаю 1 столовую ложку оливкового масла, обжариваю куриное филе с двух сторон до образования румяной корочки. Затем я нарезаю овощи. Огурец я разрезаю тонкими полукольцами. Салатный лук также нарезаю тонкими полукольцами. Помидоры нарезаю в произвольной форме небольшими кусочками. Салат получается витаминный, легкий и очень вкусный. Куриное филе я обжарила с двух сторон. Оно получается очень ароматное, очень нежное и внутри очень сочное. Куриное филе у меня остыло, я его нарезаю небольшими кусочками в произвольной форме. Оно очень хорошо прожарилось, как видите. Вот такими кусочками я нарезаю, внутри оно очень вкусное, нежное и сочное. Беру большую тарелку, выкладываю листья салата я рву руками всегда. Сверху выкладываю помидоры и огурцы. И в последнюю очередь я выкладываю салатный лук. Лук мы очень любим, поэтому я его добавляю всегда много. Сверху я выкладываю куриное филе, оно у меня уже остыло. И поливаю приготовленным соусом. Вот такой салат получился, очень вкусный и очень легкий. И всего лишь на 100 грамм салата у нас мы получаем 76 килокалорий. Сверху посыпаем любой зеленью, у меня зелень укропа, мне почему-то она больше нравится. И салат готов, можно подавать его на стол. И если вам понравился рецепт приготовления салата, ставьте лайки. Кому не понравился, ставьте дизлайки. Я на дизлайки не обижаюсь. А также подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Заходите в нашу группу ВКонтакте и делитесь вкусными рецептами. Всем пока-пока, до новых встреч. Приятного вам аппетита!